В Иванове начнут развивать красный туризм. В четверг доктор философских наук Михаил Тимофеев презентовал новый туристический маршрут с говорящим названием «Самый советский город». На деле маршрутов несколько, включая обзорную экскурсию. Звание Родины Первого Совета Иваново носит неофициально, но без сомнения революционным прошлым пропитаны все центральные улицы. А городская архитектура изобилует памятниками конструктивизма. На это и делает акцент автор идеи красного туризма в Иванове. Наша задача – показать, что это как раз тот ресурс, тот потенциал, который можно использовать не только для китайских туристов, которых ждут на красном маршруте, который начинается как раз в Ульяновске, но и для туристов из Москвы, Петербурга и других городов, которых может привлечь советская история, которая все дальше и дальше отделяется от нас во времени.